Здравствуйте, я стоматолог, терапевт, эндодонтист клиники Натодент. И сегодня мы поговорим о применении дентального микроскопа в стоматологии. Раньше существовало такое мнение, то, что хороший стоматолог даже может быть слепым, но при этом он должен обладать хорошими мануальными навыками, ощущать тактильно, что он делает. Но времена изменились, поэтому сейчас стоматологу мало делать руками, но и он должен видеть, что он делает. А для этого как раз-таки и создан микроскоп. Увеличение микроскопа может варьироваться от 3-кратного до 20-кратного, условно, да? Есть также больше увеличения. Применение дентального микроскопа в стоматологической практике в основном используется в эндодонтии. Это лечение корневых каналов. Так как врачу будет намного проще найти корневые каналы, пройти их и запломбировать. Наибольшее, наверное, все-таки применение в эндодонтии микроскопа используется при распломбировке корневых каналов, при перфорации, допустим, корня зуба. Перфорация – это нежелательная, так скажем, дырка в зубе, поэтому это отверстие желательно нужно закрыть в зубе, и для этого используется дентальный микроскоп. И еще важная проблема в эндодонтии – это сломанные инструменты в корневых каналах. Врач смотрит на рентгеновский снимок и принимает решение, стоит извлекать сломанный инструмент или не стоит. Если мы это будем делать без микроскопа, то мы можем либо получить ту же самую перфорацию зуба, то есть ложную дырку в зубе, либо просто не достать этот инструмент и пройти корневой канал, так скажем, обойти его и запломбировать. Есть еще такой небольшой момент, когда пациент приходит на лечение к стоматологу, садится в кресло, стоматолог, так скажем, нависает над пациентом, и, соответственно, вот эта дистанция, она становится настолько маленькой, что пациенту иногда становится дискомфортно, некомфортно. Микроскоп решает эту проблему. Когда пациент лежит с открытым ртом, так скажем, от пациента до микроскопа, до линзы микроскопа примерно 20-30 сантиметров. Плюс еще 30 сантиметров – это сам микроскоп, то есть окуляры и голова микроскопа. И в общей сложности это получается почти полметра от пациента. И, соответственно, пациенту спокойнее переносить лечение с микроскопом. Во время лечения пациент также может наблюдать за процессом самого лечения. Поскольку микроскоп подключается к телевизору, к монитору, а монитор находится на уровне глаз пациента. И, соответственно, особо любопытные такие пациенты, которым интересно, что им делают, они могут наблюдать в этот экран свое лечение. Есть стоматологи, которые работают в бинокуляры. Тоже увеличение, но чуть поменьше, так скажем, не как у микроскопа. И они при этом могут дать такое же хорошее, качественное лечение, как и в микроскоп. И наоборот, наличие микроскопа в клинике не дает, так скажем, высокого, так скажем, качественного лечения, если оператор сам, стоматолог, врач-стоматолог, не умеет этим пользоваться, грубо говоря. Тут должно быть несколько факторов. Первый – это сам врач-стоматолог, который должен знать, что он делает. И оснащение клиники, то есть микроскопа.